Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил «Оскар» за лучшую атмосферу и лучший сюжет. По словам одного из заседателей жюри Роберта Де Ниро, «Слово пацана» находится на одном уровне с такими криминальными фильмами, как «Славные парни» и «Клан Сопрано». Также режиссер сериала Жора Крыжовников удостоился отдельной похвалы от Роберта Де Ниро. «Этого молодого человека ждет светлое будущее. Даю слово пацана», — подытожил Роберт Де Ниро.